Вчера программа «Пусть говорят» была посвящена затянувшемуся конфликту между известной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой. Экс-супруга сына народной артистки считает, что ее детей незаконно лишили доли в квартире в центре Москвы. Она намерена бороться за жилье. Бывшая невестка Татьяны Васильевой готовится судиться за квартиру. Актер Стас Садальский рассказал в микроблоге, что он вместе с Татьяной Васильевой смотрел выпуск ток-шоу. Он не стал скрывать, какие эмоции у них вызвали заявление Бегуновой. Поклонники принялись обсуждать непростую ситуацию. Кто-то был против того, чтобы Васильева обеспечивала семью бывшей невестки, а другие не видели ничего предосудительного в помощи родным внукам. Сейчас Анастасия Бегунова живет с детьми от брака с Филиппом Васильевым в Германии. Недавно женщина встретила новую любовь и стала мамой в третий раз. Она понимает, что ей будет тяжело возвращаться с малышами в однокомнатную квартиру в Москве, а потому хочет улучшить жилищные условия. Однако пока Анастасия не решила, хочет ли она оставаться в Берлине или вернется в столицу нашей страны. Бегунова готова идти до конца, чтобы отстоять свою точку зрения. Она намеревается обратиться в суд, чтобы дети получили половину трехкомнатной квартиры на Патриарших прудах. Анастасия надеялась, что после развода сыновья Иван и Григорий получат жилье. Несмотря на то, что бывшая жена сына Васильевой встретилась со свекровью, они не смогли договориться. Татьяна Григорьевна была непреклонна и не собиралась отменять свое решение. Анастасия пыталась убедить женщину отдать ей квартиру, в которой она могла бы жить вместе с детьми. Бывшая невестка Татьяны Васильевой встретилась с ней после затяжного конфликта.